птицы взлетали из рук твоих, и ветер пах грецким орехом, но и смел тронуть губ твоих. И полдень длился почти что 13 часов, и ты сказал слово, и мне показалось, что слово было живым. И поодаль в тени она улыбалась, как детям, глядя на нас. И после тени домов ложились под ноги узнатья, и хозяйки домов зажигали свечи за свадья. Как иголку в компасе тебя вела дрожь от их глаз. Они ложились под твой прицел, не зная, что видишь в них ты, но готовы ждать, чтобы почувствовать снова еще один раз. Теперь ты стал лучше их, и твои мертвецы ждут внизу, но едва ли ты впустишь их. И жонглёры на площади считают каждый твой час, но никто из них не скажет тебе того, что ты хочешь знать. Как сделать